33-летняя Валерия Лукьянова пожаловалась на навязчивое внимание к своей персоне. Обладательница кукольной внешности резко отреагировала на нарушение личного пространства. Проживающая в Испании знаменитая украинская фотомодель высказалась о мужчине, который попытался с ней пообщаться. Интернет-звезда в спортзале попыталась сконцентрироваться на тренировке. Один из посетителей подошел к ней и попытался заговорить. Мужчина улыбнулся и протянул руку для знакомства. Это было настолько неожиданно и неуместно. И меня как ударной волной от него отшибло. Я вскочила со скамейки и отошла на метр к стене, чтобы посмотреть с расстояния, кто это вообще подошел и что ему надо. Благо, впереди у меня было зеркало, и я смогла оценить адекватно всю глупость ситуации. Сзади находилось несколько мужчин, которые, судя по всему, подослали его со мной познакомиться и разведать ситуацию, и очень внимательно наблюдали за происходящим. Возмутилась Лукьянова, которую в сети называют «живой Барби». Инстадива заметила удивленные лица друзей неудавшегося ухажера. Модель считает, что многие девушки были бы счастливы оказаться на ее месте и для этого специально заигрывают с мужчинами. На Валерию же подобное внимание оказало удручающее впечатление. Она назвала ситуацию смешной, но о собственной реакции не жалеет. «Все правильно я сделала. Почему я должна вести себя любезно и думать о чьем-то самочувствии, и не думать о себе? Я думаю только о себе, и так будет всегда». Похоже, эти мужчины впервые увидели ту, кому они абсолютно не интересны. Конечно, я не подала руку и не подошла ближе. Я сказала, что не знакомлюсь. И точка. «Вообще до меня дотронуться могут только избранные», – заверила девушка. Валерия замужем за 42-летним бизнесменом Дмитрием Шкрабовым. Она считает себя child-free. Супруг разделяет ее взгляды на жизнь. Лукьянову часто упрекают в пластике, но она уверяет, что изменила только грудь. Звезда показала, как добиться такой удивительно тонкой талии, как у нее. Увидеть, как Валерия выглядела 10 лет назад, можно здесь. Недавно популярная блондинка шокировала фанатов заявлением. Она назвала полноту заразной.